Игромир открыл свои двери для посетителей. Стенд компании Wargaming в этом году стал еще больше, как и турнирная зона, где состоится финал нашей лиги. Каждый день здесь будет проходить по две игры турнира. В остальное время все желающие смогут заработать призы и прямо на сцене попробовать новый формат командного боя «Атака-защита. Две базы». Он появится в игре с обновлением 9.4. А мы с Костей и Джовом смотрели вместе со всеми бои, которые отыгрывали игроки, которые пришли на стенд. Они имели возможность там пообщаться с нами, но основное действие проходило на сцене. Вроде бы ничего, бодренько мы это комментировали. Мне понравился игрок. Ребята, мы будем со вспышкой тут находиться еще 3 дня. Приходите, общайтесь, выигрывайте призы. Полный аттракцион невиданной щедрости.